ЧП на улице Городилова. Там на припаркованную на стоянке машину упал фонарный столб. Видео инцидента появилось в одной из социальных групп ВКонтакте. За кадром очевидцы рассказывают, мусоровоз сдавал назад и повалил столб. Судя по всему, водитель его не заметил. Рядом со мной упал столб. Это вообще... 5 сантиметров от капота. К счастью, никто из людей не пострадал, чего нельзя сказать о припаркованной на стоянке БМВ. Фонарный столб упал на багажник и раздавил заднее стекло машины. Повреждения хорошо видны на кадрах. Очевидно, что ремонт владельцу авто выльется в копеечку.